Джеймс Бонд какой? Мужчина Джеймс Бонд, но на сегодняшний день «Дорогое удовольствие» организовало эту фотосессию именно с названием «Современный Джеймс Бонд». И выбрали, самое интересное, что не профессиональных моделей, а обычных людей, обычных жителей нашего города. Так вот, именно наше желание сказать о том, что современный мужчина, не обязательно ему быть женственным и утонченным, для того, чтобы быть стильным, ему нужно просто оставаться собой, одеваться в правильных магазинах и быть мужественным. Бондиада выходит с 60-х годов, насколько я знаю. Так. Вот тот образ Джеймса Бонда, который повторяется из поколения в поколение, вот я думаю, что он должен быть таким. Он должен быть ловеласом, он должен быть умным, смекалистым, с чувством юмора, с обворожительной улыбкой. В то же время он должен быть мужчиной. Угу. Полное проявление этого слова. Вы такой? Я стремлюсь и совершенствуюсь. James Bond. Девушка Джеймс Бонда, наверное, если сегодня современный Джеймс Бонд, то она, наверное, помимо того, что должна быть красивой, она должна быть естественной. Они красивые. Девочки Бонда – это сексуальные, энергичные, симпатичные молодые леди, которые следят за собой и очень элегантно одеты. Также должна уметь готовить и убирать. Это все зависит именно только от них двоих, поэтому вполне может быть и нет. Главное, чтобы любила. Девушки Бонд должны быть такие, как она были на фотосессии совместно с Офелией, которую мы проводили. Девушки Бонда для дорогого удовольствия. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Ноябрьский номер «Дорогого» будет посвящен Бондиане. Угу. Выходит фильм «Спектр», свежий фильм о Джеймсе Бонде. И мы решили эту тематику в своем номере отразить. С нами студия парикмахерского искусства «Хэйн Джаз» и великолепное белье «Офелия». И я считаю, что наши образы получились загадочными, сексуальными, волшебными. Многие мужчины выросли на этом сериале, ну, скажем, даже саге, и знаю, что Бонда все сопровождали очень красивые, очень сексуальные девушки. Я думаю, сегодняшняя фотосессия это еще раз доказывает. В ноябрьском номере у нас очень много посвящено Джеймсу Бонду и ждет много сюрпризов с интересными персонами. Данную фотосессию можно увидеть в ноябрьском журнале «Дорогое удовольствие».